Так, все, пошла запись. Всем привет, уважаемые подписчики, зрители наших каналов. С вами веселая компания 8-бит плюс. Мы продолжаем играть по системе D&D. Это настольные виртуальные ролевые игры. Вселенная у нас фэнтезийная. И мы вот такой компанией бегаем, убиваем, выживаем и выполняем какие-то задания. Причем еще и сюжетная линия, видимо, есть. Вот. Которые они никак не хотят начинать. Да, все. И долго не буду говорить. Все ссылки, которые вы хотите, ну, которые так вам или иначе понадобятся, есть у каждого под видео, если кто записывает. И давайте, ребята, сейчас поздороваются, и мы начнем. Денис Акантыч. Всем привет. Денис. Всем привет, ребятки. Артур. Да, всем привет, сами Рома. Инквизиция. Всем привет. Марат. Всем салют. А, две секунды буквально перед началом, ребятки, я еще раз говорю. В связи с тем, что у нас еще команда не устоялась, да, то есть кто-то может, кто-то не может, кто-то хочет, кто-то уже пофигу. Потихонечку мы придем к такому моменту, что действительно у нас будет конкретная, стабильная какая-то, как сказать, команда. Команда, какое-то количество народу, который не просто будет притянуть, давай поснимаем, а действительно будет родить что-то, делать что-то, уметь и все остальное. И потому, скорее всего, к следующей, ну, я не знаю, давайте спойлерить не будем. Так, все, Аканти, вводи. Итак, в прошлой серии лучник закончил свой вход, и давайте начнем уже боевку. Лучник, ты ходишь, твой ход. А у нас был этот ордер, ну как он, тюрн ордер или как? Порядок, где мы все поменяли уже, Женя. То есть не будет тюрн ордера? Да, теперь будете выбросать кубик, и они чей выше, тот и ходят, а потом распределяются. То есть мы, чтобы быстрее сделать, да? А, ну хорошо. То есть мы, получается, смотри, какая ситуация, мы делаем таким вот образом. Мы кидаем кубик, например, мы кидаем каждый под 1d20. Дениска кидает, вот сколько бойцов, например, их тут двое, да, элементально, он кидает 2d20, и у кого выше, да, то есть такая тут тема. Тут либо враги ходят, либо мы, а мы между собой уже сами распределяемся, чтобы быстрее было. В зависимости от того, что тоже как выпало. Да, тут я всегда обхожу последним. Тебе я тоже советую всегда ходить предпоследним. То есть такая ситуация. Ну хорошо. Да, то есть я как воевода, мне последним нужен. Марат вообще вот так башню срезал, как один чуб видно ему. Я, кстати, мне чем нравится Марат, у него как бы, у меня комплекса нет, у него лицо такое же, как у меня. Как бы. Нет, у него больше. Нет, это у него камера меньше. Так, все. Давай. Давай. Рома, божи. Я в первую очередь нужно переместиться, а то буду как барбек купаться. Короче, две секунды, можно? Я извиняюсь. В общей сложности, ребята, посмотрите, пожалуйста, прошлые стримы. Тут такая заваруха беспонтовая, тут такой бой, просто пипец. Мы пошли, не подготовились, не зачаровались. Денис говорил, закупитесь, сделайте все грамотно, купите фласки. Ну мы же как обычные, мы. В лучшем случае, купили фласки, которые подешевшие, мы. Выдули их, мы, и на радостях побежали. Сейчас нас просто колбасят, мы. Но у меня зато все хп. Я у остальных не знаю. Ну, у тебя два урона только. Да, у меня два урона. На лучнике 4, на Артуре 13. Остальные в полных хитах. Да, давай. Если подожди, 4, у меня 19 осталось. У тебя 4 урона с отхилом воеводы. Я уже все посчитал. Отлично, окей. Так, 27, да. У меня получается 25. Правильно? У меня сколько урона? 2. 2, понял, 25 значит у меня. Все, вперед. Так, ну я перемещаюсь. Вот так вот я вхожу, у меня не столько урона. Угу. Ну и пошла атака. Так. Выбил. Какой у них СП, Дениска? 23-я. 23-я, промазал. Я... О, попал. Давай. Что-то, ну-ка взбодрились, ё-моё. О, попал. Ну-ка взбодрились, ё-моё. Можно говорить, не попал. Он бладит. Бладит, это хорошо. Если бладит, это все прекрасно. Мы уже слили у него сколько-то количество жизнёв. Так, кто следующий? Так вы сами решайте. Сейчас мы ходим. Все, пошли. Я предлагаю лучник, Чубака, паладин, хил и воевода. Нормально так будет, ребят? Да.
Давай, все, поехали, Чубака, делай красиво. Значит, окей, беру, бью вот этого, вот у меня ведь тебе будет плюс 2, а там... Эпичные фразы ты делай. Да-да-да, ну, у тебя плюс 2 идет. Плюс 2 еще, закон вот инвентарич. Разматываю булава, вот так вот, вот давай. Разматываю свои, какие у меня там не булава, разматываю свои стабильные шары. И... Давай. Чубака! Это не шары, а шарики какие. Просто, ну... Просто, подождите, Марат, и вот так всю игру я тебе... Вот, а теперь, Марат... Марат, твоя способность... в твой щит, с тебя молнии переходят в щит, и у тебя этот... бесконечная способность на ловкость, бросая щитом издалека, против реакции. Марат, ты бы лучше подошел бы, наверное, чтобы... То есть, да, я просто... Короче, это просто не, один... Не, не вплотную. Марат, у тебя 1d20, без плюсов, не кидаешь вплотную издалека и наносишь 1d6 урона против реакции. Вот такая способность твоего щита. Подожди, мой же стоит вот в соседней клетке от него. Да, Денис, он вот стоит вот здесь вот. Вот. Ну, один это белое неопознанное существо, да. Это вот это вот. А я... Подвинь его, а? А мне... А я вижу, что он... А, во, все! А я видел, что он вот здесь стоял, вот именно, вот в этом месте. Марат, теперь понял способность твою? А, да, понял, это дальняя атака, я понял. Бей! Его рукопах ослабляет. Не, я думаю использовать устрашающую атаку, он получит минус... Сколько там? От харизмы? Минус 3, да? Минус... Попадание. А какой ты удар бьешь? Это устрашающая атака, он... Это делик? От мудрости, это... А, или энкаутер. Угу. И? Так, на попадание у меня плюс 8 идет, да? Это делик, да, идет? Нет, энкаутер. Это делик. Да, плюс 8. Ты делик используешь? Не-не-не. Это не делик, это энкаутер. Это стена. Раз, 5 минут, короче. Да, минус 3 он получит. Давай, Марат. Эпично, да, на что-нибудь было сказать. Еще один. А, кстати, еще не забудь, Марат, там, божественный вызов, вот ты его вызвал. Теперь он, если не тебя атакует... У него минус 2 идет. А кого-то другого, да, еще минус 2. Да, это такая тема. Марат походил, Женя. Так, Денис, а Кант, еще напомнить, у меня, значит, делик кончился, а вот эти 5 минутки какие остались? Я тоже все закончилось. Все закончилось, замечательно. Голый просто такой. Гривый посох, ну. И у меня посох, у меня, слушай, как в зомби посох, так и здесь. Да-да, давай. А, кстати, ну ладно, я посмотрел ходячих, но... Ну как? Крутая серия. С посохом, с посохом. Пес, вообще. Уйо! Просто. Вообще классно. Все, все, давай, давай, так, работаем. Хорошо, значит, ну как обычно. А. Так, два раза я не могу ударить, да? Или так зачем могу? Ты дамажим кому-нибудь одного? Не, я просто хотел одного копьем, а одного священным пламенем. Оба стандартных действия. Не получится. А, не получится, да. Да. Вообще, по идее, я на твоем месте, знаешь, кого убил? Ну, не знаю, наверное, скорее всего, ты, потому что у тебя плюс 2 будет за него. У него будет плюс 2. И вот этому будет плюс 2, наверное. Он же все равно дальней атакой бьет. Ну да. Он Combat Advantage только предоставляет, кого окружили. А, тут... А, Combat Advantage еще есть. Хорошо, бил священное пламя. А что он дает? Плюс 2. Плюс 2. Да подожди, Дениска, если он будет вот этого бить, у него плюс 2 будет? Нет. А, вот значит, вот это уже. На противоположной стороне должен кто-то стоять. Да. Получается, у меня не плюс 8, а плюс 10, что ли, было? Угу. Ну вот этого ближнего бью священным пламенем, плюс еще кого-то, давай, видимо, под хилю получается. Если попадешь. Ну да, если попаду. Чубаку нашу, ему. Священное пламя пошло. Давай, извергай. О. О, нормально, хоть... Не я попал. Я же говорю, у нас божит только один человек. Это священник наш, ё-мо, и командор. Подожди, я не попал. А чё я не попал? Он не попал, 22-й против 23-й. А нужно 23-й. Так, а ты подожди, ты физикой бил? А чем он бил? Священное пламя. А, не, он этим бьет другим. Так что пробил по-любому. Конечно.
У него против реакции. Реакция у него 16. Понял. Йо, давай, блич, давай, дамаг кидай, еще и чубаку подхилишь. А, чубака. Дамаг, хорошо. Не только чубаку, еще и воеводу. Кидаю урон, побольше урона. Хлобуюсь. Ну, как-то не очень, да. 6. И получается плюс 4. А, 4 получается плюс... как там у тебя на... Дополнительные 4 хита кому-то. Кому-то Чубаки пускай летит, ё-мо, Чубака. Все, у меня 24 хп. Давай. Нет, они не считаются как дополнительные. Они, если тебя подамажат, они снимаются вот так вот. А почему? А, оно на всех же прибавляется или я выбираю кому? Ты выбираешь. А, ну пусть Акантыч выбирает, он там видит просто. Не, зачем? Чубаки, я тебе чубаки, говорю. Чубаки, хорошо, ладно. Чубаки, я не против. Потому что действительно Чубака надо больше. Так, и получается, после того, как я подамажил, я такой стою такой. Подожди, Акантыч, а я могу отойти сейчас, нет? Да. А, так, на сколько клеток получается? На 5. На 5, да. Зачем? Зачем? Смотри. Зачем? Ты Чубаки плюс, плюс 2 даешь, Жень. Так нет, он дал уже все, и теперь нет, если он отойдет, у него Чубаки-то плюс 2 не будет. Почему? А, то что на атаку. Да, так, ты понимаешь, что сейчас вы окружили их, понимаешь? Нет, так я не то, что убежать там, как у нас зомби, а куда-нибудь просто, вот, не знаю, в серединку зайти. А, ты, нет, ты понимаешь, пока вы... А, ну шифтануться можешь, почему? Дай как раз лучнику дашь, давай, шифтуйся, брат. Сюда, в серединку. Да, шифтуйся, да. Вот. Жбинкна! Я такой стою, такой, а, великий воевода, Чубака, ты как обычно, дрищ, ничего не умеешь, лучник, бей! Вот так вот, короче. Бей своими атаками, плюс с моими плюсами. Давай. Что он сделал? И стрела сломалась такая, ну. Пипец, пипец! Дрищи просто! Подожди, а у него от тебя идет к попаданию сколько? У него попадание не идет, у него идет к урону плюс 3 от меня. Да, вот такая тема. Давай ходи. И так всю серию. И так всю серию, я тебе говорю. Сейчас зачем. Надо вот этих убить, воодушевиться и как вот взять третий левел и пойти на закуп. Ребята, по-любому. Будем чароваться. Давай, погнали. Давайте дальше. Так, обезьяна ходит. Давай. Не знаю, как ее называть. Давай. Подожди, это я. Стоп. Да. Нет, Денис. А почему обезьяна ходит? Денис, сейчас элементалии ходят. Да, все, я всегда последний. Сейчас элементалии. Давай. Не, вот смотри, сейчас, Марат, ты увидишь, как он божит на кубе, как Денис просто пипец. Дамаженный восстанавливает способность до 6. У него кубики отцентрированы. Он что-то не хочет. Не хочет, да. У него кубики, знаешь, с этими, да. Он бьет. Кто он? Кто он? Ну, который окружили полностью. А, он бьет меня, да? Нет. А он стоит, так, говорит, окружите подожди, меня полностью. А, блин. Да, а ты... Не, Марат, ты за эту тему предупреждай. Марат, так, маленько камеру сделай чуть-чуть ниже. 5. Он бьет паладина, дамажится на 4. В общем, мы кубик кидаем, Марат. Кидаем до 20, да? Нет, я кидаю кубик, кого он атакует. Он атакует не тебе. А, давай, он кого бьет? Так. Давай. Бей на! Он подожди. А кого он бьет-то? Он бьет бей тебя, кстати. Я что-то этот. Я забыл, что Марат это паладин. Так, хорошо. Он бьет тебя, не дамажится. Ну. 2. Против реакции. Реакция, подскажи. А реакция сейчас найду. У меня реакция 14, если что. Плюс 7. Подожди, где у меня реакция-то? В твоих статах. Этих. Статах. У меня вообще 13. Да ты дрич вообще, ты ни разу попасть не можешь. Лучше ни разу попасть 1, не можешь. У тебя 14. Реф или вил? А? Реф, да. Реф. Да, 14. 14. Угу, плюс 6. Ну? Ну давай, Акантыч, забажи, ё-моё. Забажи, но. Сделай больно. БАМ! Нормально. Пробил, так. Просадили, давай дамаг. Марат, готовься плакать. Так, ближняя досягаемость 4. 2 до 8 плюс 5. А нас, получается, сейчас откинет еще всех? Не, он не перезарядил. А. Все нормально. Откинь. Нам это хорошо. Давай. Так. 12 тебе дамага, минус 5, 7. 7 дамага прилетело, потому что у нас зелья этой, как его, там... Огнестойкости. Огнестойкости, да. Угу. 7 урона, Марат. Я понял. Есть? Все, как бы записал, второй. Да? Второй.
Перезарядка пошла. Слушай, так а ты, а них что, они это ж деликово, они два раза использовали и все, или они каждый раз перезарядили? Каждый могут? Раз перезаряжают. Не, ну это ты читерно как-то их создал, я тебе говорю. Перезарядил, готовься, Чубака. Готовься, Чубака, лететь на. А почему я? А потому что... что только ты не отошел. Да-да-да-да-да-да, ну-ка давай, Денис. И сделай красиво. Ну да. Это нормально, я тебе говорю. У нас Чубака всех... Ага. Не, ну мы-то Чубака отлетаем в другую сторону. А смотри, если, к примеру, я отлетаю, я ж задеваю еще того элементария. Это шифтом считается. Никого. 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 Не, мы такие пошатнулись, такие бу. Да, 7 плюс 6 получается это сколько? Не, 9, сперва... 14 и 13. 9, 14, никого. 13. Подожди, а как у нас вот. У Чубаки получается реакция 13? Там реакция 13? 13, да. Как раз ему пиндюрили. Получается, паладин, маг, ну как его, маг и Чубака. Как раз Чубака последний, он 13 выкинул, его 13 реакция. 26. Лети, брат! Куда мне лететь? 5. Куда он впендюрился, братюня? У тебя урон? Всего лишь прошел. 12 минус 5, 7. 7 урона, на тебе, на. 7. Ну, а он так, да. Тебя вот сюда. Как обычно, это нормально, на. Все, два, ну, походили. Ну, хотя бы не в лаву. Давай, лучник, бей. Так, во-первых, я, собственно, делаю хантер-кварин. Ну, то есть я такой нацелился и пытаюсь выцеливать именно только одного вот этого вот бодящего элементаля. И кидаю, собственно, обычно. Со стрела воеводи в глаз. 10, промазал. Дальше. Еще раз. 17, попал, наконец-то. Дамаг кидай. Вот. 6. Вот 15. Это и мне еще плюс 1d8. Денис, я прав? Угу. Давай, братюня. Во! Нормально, просадил ему по самое небалуйно. Убил? 19. Ага. А, нет, 21 даже. 21. Да. Убил. Просто. А теперь действует особенность твоего лука. Какая? Короче, когда ты он убиваешь, ломается, ты получаешь, ну, душу вот этого элементаля. Ну. И потом мы кидаем D20, когда ты атакуешь, срабатывает какая-то из способностей этого элементаля. Либо против вас, либо за вас. Ой-ой-ой, это прискорбно. Я предлагаю лучника выбить из команды. Всех убьет. Убить его! Да, и лука, притом, ну, лук сломать. Твой лук можешь только ты использовать. А, вон оно что. Так, поехали, паладин. А как, какой паладин, а я? А, Чубака, как обычно, но сейчас дрищно. А почему Бакбег вот сюда отлетел, а не, допустим, не к стенке туда? Ну там, может, какой-нибудь по типу урагана действует. То есть, конечно, да. Ну это ГМ. ГМ у нас. А, божит. Произвол. Произвол, да. Произвол, да. Давай. Рельсы. Ага. Опять раскручиваю свои стальные шары. Так, и... и пи! Они отлетают просто. Пиу! Дрищ! Подожди, ты не забываешь, что у тебя плюс 2 была? Вот такая вот такая тема, потому что ты там... Даже с плюс 2 у тебя 21 всего. Тьфу на тебя, ё-моё, пипец. Ничего не можешь. Подожди, я могу тратить экшен поинт, у меня же он есть. Уже нету. Уже нету. Ты уже потратил. Да. Как так-то, а? Вот кто ж так воюет-то, пацаны? Так, давай. Кстати, у вас экшн-поинты у всех восстановятся. Что ты говоришь? Не понял. Марат, у вас у всех экшн-поинты восстановятся, третий уровень. Понял. Это все Маканыч виноват, он кубики мне подмешивает. Да, давай, этот, как его, давай, Палыч, ходи. Ну я тогда хожу сюда, все, больше некуда. Не-не, подожди, стой, я предлагаю немножко по-другому, назад уйди. Давай сейчас по... А, нет, сейчас я не могу походить. Вот в том-то и дело, что сейчас никто не может походить, я дополнительное плюс 2 не могу получить. Ай-яй-яй-яй, подожди. Я если могу следующему атакующему на следующий ход дать плюс 2, если встану в какую-то клетку, она против меня встанет. Давай, вставай. Вставай, напротив. Подожди, а он его... Да. Так, у меня поддерживающий удар. Плюс 8 уже идет, да? Да. Давай. А что за поддерживающий удар такой? Плюс 8, 16. Давай. Он минус 4 дает на атаку, если не его атакуют.
Так подожди, там же минус 2 идет. Не-не-не, по поддерживающий, это который восстанавливает хп мне. Кидай мага. Давай. Жало, что-то... О. 21. Ты против реакции или против СП? Против брони. Промазал. Да, помазал. Промазал. Мага, ты сделай, пожалуйста, кубики, чтобы видно было. Да-да-да, кстати. А, жесть. Там шестеренка и 3D Dice галочка. А, я понял. И еще этот, Марат, один наушники, пожалуйста, и включи. Он бы попал. Наушники. Угу. А то иногда слышно. Попуза такое. Ну, конечно, что дальше. Ну, он промахнулся. Да, промахнулся. Так, следующий, получается, хожу я. Я? Так, я... Нет, я же. А, ты, да, давай. Ну, как обычно, священное пламя, у меня больше ничего нет. Да, да. И на Чубаку что-нибудь повесить. Давай, бей, братья. Пламя. Пошлё. Давай. Марат вообще ниндзя. Просто поговорю. У нас божит. Плюс, у тебя 22. Потому что плюс того, что ты стоишь напротив, у тебя 22. Бей дамаг. Ну, я даже с 20-ка, по-моему, попал. Дамаг пошел от пламени. Ага, мы понял, что ты перезагружаешься. Давай, братюнь. Пошел дамаг. Так, 1, 4. Ты понимаешь, это хоть сколько-то. Чубака, плюс 4 себе добавь. Так, 18 хп. Все хорошо, а, так. Короче, у тебя был урон 7. Я 4 снес, 3 дамага, плюс 5 хитов. Вот так, нет. 2. Это кому ты говоришь? Дополнительные хиты сначала вычитаются, то есть урон. А потом уже жизни. Ты, то есть на нем 3 дамага и дополнительных 4 хита. Он сейчас не может дополнительных 4 хита, что ли? Может. Его может. Снесли их уже. Ну да. Все, добавляй, все, добавили. Получается, сейчас все. У нас ходит воевода. Я такой стою, такой говорю, ну и бардак вы тут устроили. Чубака ни разу попасть не может. Говорю, лучик, ты сможешь дойти и задамажить этого упыря? Нет, далековато слишком. Почему? Раз. А он может по убитому идти? А я двигаться-то не могу. Почему? Это не мой ход. Я только бить могу. Да, он только бить могу. Я говорю... Многоуважаемая Чубака, я разрешаю тебе ударить, короче, я не знаю. В третий раз я раскручиваюсь. Я говорю, давай, бей его на. Ну, пожалуйста. 16, 22. Плюс 2 еще. Миска, ты кого-то к нам подкинул? Плюс 2, у меня 29 самый, 24 получилось. Вы... А, плюс 2, ваш... а подожди, у него плюс 2, 24, он пробивает? Да, пробивает. Давай, наноси, на подожди, ну... наноси урон. 23. Ну-ка, давай. 23, а я 23. Этих кубиков твоих ниже. 23 плюс 3 от меня к урону, 26. Ну, потому что я ударил, удар командиром, ты вон 26 нанес. Слышишь меня, Денис? Угу. А что там за 1000 войск таких вышло? Да вот это. Да вот это такие. Если они смотрите, я предлагаю в портал. Сейчас заканчивается боевка, вы тот подходит сюда и убивает элементаля вот этого. А почему он убивает, а не мы? Потому. И у него все хп, но. Паладин видит вот с той стороны. Ага. Войско идет, только они как-то странно повернулись. Оно из портала выходит. Ага. И идет по лаве очень спокойно, вот в ту сторону. Ага. И уходят. Ага. Вот. А этот здоровается, сейчас посмотрим с кем. Может, мы угарным газом. Денис с тобой говорит, ну спасибо вам, что вы воюете на нашей стороне. Вы, видимо, тот отряд, который был послан Эндарионом, да? А, Мельхиором. Да, Мельхиором этим, да, послан, да, был, это мы. Да, мы святая. Марат, тебя не видно камеру, мы святая инквизиция, то есть как бы мы пытаемся что-то здесь сделать, но с нами Чубака вонючая, от нее все шарахаются. Он дурачок, он тебя видит вовсю. Да? Что же Чубака вонючая? Такие с инквизицией, но он тебе, Денис, кидает амулет. Угу. А, плюс 5 плюс 5 резиста. К огню. Да. Да. Так. А я говорю, мне? И говорит, что... спасибо за работу. Темный король Мельхиор благодарит вас за помощь. Надо стреляться там, знаешь. Я говорю,
Я говорю, да, темный король, да, Мельхиор. Я говорю, я поворачивался к пацанам и такой говорю, давайте опыт делить. И он такой, сейчас мы третьего левла. Я говорю, пацаны, тихай, в портал бегом. Я говорю, за мной портал, короче, побежали. Чубака, смотрите, самый первый. Марат, бери своего аборигена и тоже. И мы переносимся в этот, как его, в этот. Да, переноси нас в деревню. У нас просто этот, как его, у нас такси, тут этим Дениска такси подрабатывает немножко. Он прям берет портал вместе с человечками просто переносит, короче, такая тема. В общем, вы в деревню входите. Молодец, в реку. А? Да? В реку прям, ну. Входите в деревню? Ну, конечно. Ну. Вот, видите, что это? В деревне произошло. Этого тут не было. У нас это стояло. Подожди, это начало, это бой был, что ли, или что, не понял тут? Это мертвый Денис или что? Нет, это забор появился в деревне. Забор появился. А вот это кто? Вот. А теперь вы подходите к ограде. Ага. И из башен на вас наставляют луки. Че? Я говорю, свои, не стреляйте. Я говорю, ребята, садите коней, вы что творите-то, ё-моё? Они свои в это время дома сидят, ну. Ну, и я такая говорю... форточка откроется, смотрит. Ну. Вы кто такие? Я говорю, мы святая инквизиция, которая только что вышли из портала, мы бились в этом, как его, с элементалями огня, ё-моё, и судя по всему, мы видели ваш отряд, который прошел, там, не знаю, на какой-то... Мы помогли темному королю или кто-то. Не надо говорить! Темный король, мы же не знаем, за кого они. А, ну нет. Хорошо. Да, говорю, то есть, как бы мы видели там, люди прошли, сюда вышли. Мы помогли темному королю. Убить! А у вас бумага от нашего старейшины есть? Я говорю, так мы до этого заходили. Она сгорела в лаве. Мы до этого заходили сюда. Тут старейшин был какой-то с луком, выходил дядьки. Тут вообще никого не было. Стойте здесь. Я в общем, говорю, за вами портал закрывается. Ага. Я говорю, а тут мокро... Нельзя больше телепортироваться. Да, тут в общем, мокро в луже стоять, ну. К этому. А мне как раз. В чем-то разговаривает. Вы можете пока поговорить там. Да. Вот с этим типом? Вот с этим? Ну да. Я говорю, хлопец, а вы вообще чьих будете? Вообще, что за орден? Что-то я по флагам вас не узнаю в гриме. Да тут говорят... Иннокентий Смоктоносский. Возможно, нападение ордена дракона... Вот видите, готовитесь. Вон в центре деревни стоит портал, через который и все и было возведено. Забор, башни переведены. Угу. В общем, сейчас 2 дня примерно вот этот портал вообще не откроется. То есть никуда вы не сможете телепортироваться. Ага. И говорят, что вот сейчас прошла информация, что убили детей этого. Сейчас я вам скажу. Детей, главы, ну, советника этого, бога элементали, короля элементали. Так. И там, говорят, какое-то войско прошло с этого темного короля, который главой является этих темных, ну, грубо говоря, средних миров глава. Угу. Он вас не пропускает еще. А, не пропускает? Мы что, через эту калитку общаемся? Ну да, в луже стоим, как бы. Я говорю, ну хорошо, не вопрос. А нам-то что сейчас делать? Нам бы перекусить бы где-нибудь, поспать. Ну, подходит все-таки глава. Че вы их не пропускаете-то? Я говорю, да, че вы нас не пропускаете-то? А вы че бумагу не взяли? Смотрит на Дениса. Она сгорела в лаве, но упала. Мне реально не взяли. Я говорю, так нам никто бумагу-то и не дал, вы не сказали, мы же откуда знали, что в следующий раз мы сюда... за 10 голды там вас у себя поселю. Ой, вообще хорошо, я говорю. Мне только, я говорю, а у вас, я говорю, этот есть, как его? А у вас где собаки? Кровати раздельные или вместе? Ой, я говорю, у вас есть эти, как его, будки для собак? У нас с нами Чубака одна. Вот, видите, фукает. Нормально, 6 комнат свободных. Одна, конечно, занята там. Да? Кто поселился, не знаю пока кто. Ага. Вот как раз 5 свободных комнат. Я чух с большой кроватью. Я говорю, как бы у Чубака волосатый, ему можно ничего не давать. Он как бы, он сам себе задницу вылизывает. Ну и что? Сын, вот там вот чуть-чуть вниз опуститесь, там вот эти кровати появились. А так, ну, так стоять, где кровати появились? Где? О! А я не вижу. Слева от огня, да?
Угу. Да. Сколько каговати? Ну ты перенеси наш. Они какие-то... Да, я не вижу. Вы там... Они сдвоенные, сдвоенные каравати. Закуп. 6 комнат. Я же говорил, каравати сдвоенные на двоих. 6 комнат. Ребятки, я что-то не вижу. А внизу там... Я не вижу эти каравати. Рядом с тем местом, где мы сражались. А, вон, левее. Воевода, отделяться будем подушками, понял? Подушками. Я не собираюсь с тобой в одной кровати спать, ё-моё, жесть. Вы этот, по отдельности поселяетесь? Не-не-не, конечно, по отдельности. Конечно, по отдельности. Нет, просто она движет двойная такая. Аканыч, перенеси нас. Перенеси нас, пожалуйста, туда. Ну, там кровати вообще килограммовые какие-то, судя по чему. По ней бегать просто можно, пока. Закуп будете делать? А, да, закуп будем делать. Ну, я как бы со своей стороны подхожу к старейшине и говорю... Слушай, многоуважаемый старейшин, очень приятно, что ты нам сейчас выдашь бумагу, чтобы нас потом сюда пускали. А как бы мы вышли оттуда, нам бы как бы закупиться еще зелий взять, то, что вот ты мне давал. Зачароваться. Да, по той же цене, говорю, именно по той же. Мы, получается, сколько потратили? 300, да? Ну, 200. А, 200. А, да, 200. Я предлагаю 200. Еще купить 200. Зелье этих. В общем, он говорит, ну, подожди. Смотрит на лук и ну? На вот эту, у Багбира вот эти. Во, и говорит, ну, за 1400 вам зачарую все. Я говорю, ну хорошо, то есть как бы мы сможем, да, организовать ему. Я поворачиваюсь на мужиков и говорю, кто у нас казначей? А сам держу, как бы у меня мешок такой, ну я просто такой, как у главного, говорю. Ну не вопрос, давайте, мы тогда сейчас тогда передохнем там, как бы, там у вас питание все включено или нам самим добывать? Да, все включено. Я говорю, all inclusive. Он клюзи, говорит, только единственное, где будет Чубака жить, мы сразу извиняемся, горничная скажете, пускай она туда заходит. Все видят комнаты. С вилами. Да-да-да, перекинь нас ниже, пожалуйста, а то там сильно много, я как бы надо. Ну, кровать ты имеешь, да? Комнаты великанские просто. Я говорю, там жесть, там на подушке можно спать просто. Там на одной кровати все жестером ляжешь. Ну, в общем, ляжешь. Он говорит, день на зачарование уйдет. Я говорю, день, ну мы, говорю, как раз отдохнем. Ребята, вы не против отдохнуть? Заодно в кабак сходим, там, я не знаю. Трактир. Я согласен. Где тут трактир? Я говорю, Чубаку с собой не берем, опять он будет свой зад вылизывать. Зверинец, вообще, или дальше? Вы, Денис, паладин, Марат, ты видишь, девушка проходит и два охранника с ней. И она так подозрительно смотрит на Дениса. Я? Я понял, ты подозрительный. Нет. Ну просто подозрительный взгляд. Подозрительный взгляд кинул на него. Нет, я понял, у нее раса такая. А, она эльфийка. Я на подушках прыгаю. Ю, давай, ты у нас Дарк Эльф, говори. Да-да-да. Не, ну чё, ну подозрительно посмотрела, да посмотрела, чё дальше-то. Пофигу вообще. Тем более, я видел два стражника, с ней не очень-то поговоришь. Конечно! Ой! Я говорю, ну чё, пацан, ну всё, мы скипаем эти сутки, или тут что-то должно произойти, Денис? Ну вот, а теперь? Ага. На первый день посмотрим. А у нас уже уровень там поднялся, да? Или что? Да, уровень поднялся, кстати. Я себе сразу... Так, в общем, вам этот приносит зачарованный лук и зачарованную эту фигню. А у нас у всех третий уровень, или как? Да, у всех. У нас персонажи играют. Кстати, ну говори, Дениска. Теперь как вы поселились? Как мы поселились? Я. Вот. Давай, маг, давай со мной, этот как у жрец. Не, ну как, или не, я просто имею в виду, что. Или 6 комнат у нас есть, то я только 3 вижу. Вижу 1, 2, 3, только 3 вижу. А, еще ниже? Ниже. А, не, ну я вот верхнюю тогда сяду вот сюда, да, пускай он на подушке прыгать будет тогда один, все нормально, хорошо. То есть нам принесли, да, эту тему, и мы можем уже убегать? Нет. Так, подожди, еще один нам, чтобы портал-то открылся. А, ну да, второй. Подожди, Марат, сейчас пока скипнем. Ты ничего не будешь говорить с ним там? Не, ну я говорю, что была подозрительная девушка. Ну, не, я имею в виду... Нифига тебе лагает. С лучником, старичком. Знаю, лучник-старик, который 19 уровня, по словам Дениса. Да-да-да. Дайте сказать. Давай, говори. Аканыч, ведь после того, как принесли мне это зачарованное, у меня плюс 1 на попадание идет, да? Угу. У лучника плюс 2. У меня плюс 2 на попадание. Да, у тебя плюс 10. Если будешь мазать, это будет пипец просто. 1400 голды, Денис. А мне, у меня копье было, мне надо было отдавать его, нет? Не надо. Нет. Денис, минус 1400 золота.
Да-да-да, а ты, я веду золото? Угу. Хорошо, да, мы первые, две секунды, две секунды, ребят, подождите. Ты у нас в роли банкира. Вот. 4000, две секунды, подождите, пожалуйста, минус 200 сперва, потом минус 1400, если я потом посчитаю. Еще ну, я, как... у меня 33 золота есть, я, в принципе, могу тебе отдать. А ну давай я просто буду вести, тут как бы у нас закуп все равно общий. Денис, у нас остался 3400. 400? Че? Всего бы 3400 осталось. Ты какой-то щитовод прям пипец. Минус 200, минус 1600. Минус 600. Вот, минус 1600, сколько получится? Да ладно, потом посчитаем. Минус 1600, сейчас посчитаю. Не надо, все, Чубака, вылизывай свой. В общем, вы там едите с этим. Ну, вот с этим, да, да. Ну, с градоначальником. Угу. Он там что-то рассказывает. Ну, вот, понимаете, там убили детей главы элементали. Сейчас почти все порталы закрыты у элементалей. Он Марату рассказывает. Угу. И тебе, Денис. Вот. И темный король, который правит с помощью темных заклинаний. Его тоже убили? Нет. Он нападает. Вы понимаете, что это ваше задание? Его сместить. Мы его армию только что видели. Темного короля? Угу. Мы только что армию его видели. Вопрос в другом. Да, сколько это будет стоить? Это темная армия. Это вам уже... Вы-то, Марат, ты... Смотри, тебе 10 тысяч астрал даймонтов обещали за это. А почему именно ему? Почему ему? А, всем? Это, за освещение этого, да? Угу. Сейчас смотрит этот тот темный, или как там, бог нам дал это задание, думает, что мы не справимся. Угу. И вот в этот момент перемещите вот карту. Помните, где у нас боги-то были, да? Да-да-да. И отыграем пятиминутку. Давай. Совет богов происходит, да? Угу. Короче, Артур какие играет еще за... еще боги? Вот бог... это что ли? За бога войны, где вы воскресли? Воскресли, да, до этого. Туда, вверх. За бога войны отыгрывает Артур. Потом Женя отыгрывает за продовольствие. Денис там за командные какие-то, выдачу артефактов. Ну, пускай лучник сам выберет за кого. И идет совещание. В общем, он уже смеется. Мы выбрали партию, которая является смешно. Но кое-как они там запинали кое-кого. Может им. А я не вижу. Может им что-нибудь накинуть, каких-нибудь артефактов? Нет? Я как силовое обеспечение. Не, я как этот, как его начальник, как его КХО, ну именно как охраны оружия, как комната хранения оружия, предлагаю засыпать его просто всеми их всеми артефактами, которые. Ребятки, тут надо подыграть, прям пипец. Ну уже я предлагаю засыпать их золотом, засыпать их броней и всеми артефактами мира, которые только у нас есть. Я даже готов отдать этому воеводе, он великий воин. Я готов отдать воеводе свою, конечно, свою великую, конечно, дубину, ё-моё, там, я не знаю, броню и меч, и щит, и тапки. Я вот так предлагаю. Самый великий, ё-моё, непобедимый воевода. Урсулу Роган так косо так посмотрел. Ё-моё, у нас же знаете, что происходит нападение неизвестного. Какие артефакты? А я предлагаю... Месяца два до них будем эти артефакты вести. Артур, ты перебиваешь, извини. Он говорит, да мы два месяца или три месяца до них эти артефакты будем довозить. По этим нашим мирам, которые хочет их миллиона. И вообще там на окраине сражаются. Мы только можем связаться, чтобы кто-нибудь им помог. И все. Вот посмотрите. Или вы хотите им... Вот сколько нас? 2 миллиарда миров, да? А воинов борьбы с неизвестным. Один потерялся. Их всего сколько? 156 осталось. Ну вот пускай они дадим им информацию о том, что вот эти доспехи, которые есть вот у этих, у ордена, где-то там в мирах, у них же задание есть там какое-то, вот в этих мирах пускай ищут там, в храмах же должны остаться какие-то артефакты, вот пускай по всем этим храмам пробегутся. Подожди, ты хочешь, чтобы мы по 2 миллиардам миров, что ли, пробежались? Так там всего на окраине миров всего сколько? 1, 3, 4, 5...
40 миров всего лишь. Да мы же в первом храме помрем. Я через раз что-то понимаю, нить от. А что, ты как? Я просто мы киваем головой, киваем и машем. Вот так вот. Я вот так вот. У нас все очень плохо и сложно. Кризис в королевстве. Ну, естественно, вы сами понимаете, что сейчас произошел переворот. Часть богов напала там на нас. Иные, этот орден дракона, орден демона, орден демонов, силы вот этих темных, вообще неизвестно кого. И вы хотите еще, чтобы мы каких-то этих непонятно кого обеспечивали? Ну ладно, у них там и так им обеспечили артефактами. Я говорю, Денис, а какого ты бога отыгрываешь? Самого главного бога. А как его зовут? Поряка. Бога порядка, Урсул Ураган. Говорю, порядка. Урсул Ураган, дай слово мне. Смотри, какая ситуация. Вот, да, я с тобой согласен, что-то присылать им будет неправильно. Зачем это делать? В этом нет никакой необходимости. Мы им и до этого выдали, так я как понимаю, какие-то артефакты, согласитесь. Так давайте мы усилим эти артефакты, это будет намного дешевле и намного проще. Согласитесь, о многоуважаемые ребята, ой, многоуважаемые боги, которые сидят со мной, пытаются сейчас играть так грамотно, чтобы там ГМ накинул что-нибудь еще. Я правильно говорю? Я предлагаю закидать их банками лечения. Ну, я говорю, давай усилим ихние артефакты, которые сейчас находятся у них. Причем 5-литровыми банками. Ладно, оставляю это на вас, и через 2 месяца вы, скорее всего, до них доберетесь. Я говорю, с нашей системой телепортов. Так я говорю, так смысла-то не надо в этом делать. Зачем? Мы туда идти не надо. Я не собираюсь им принести еще артефактов. Я говорю о том, что усилить их артефакты, которые сейчас уже есть. Вот, например, у великого и могучего воеводы и очень хорошего бойца, этого как Вахила, который единственный, кто там этот, попадает, так или иначе. Я бы хотел сказать так, что вот им можно сделать что? Им можно не дать артефактов, а усилить ихние артефакты. У них сейчас есть, у воевода бубенчик летает, у хила там, у него ожерелье, у паладин светится как елка, багбир, ну просто волосатый, а как бы этот, как у лучника лук, да давайте мы усилим ихние артефакты, например, на попадание, а то они какие-то дрищи полные, попасть ладно, не могут. Я отправлю туда своего наблюдателя. Я говорю, так а что, мы просто отправим наблюдателя и 2 месяца он будет ходить? Нет, наблюдатель, который там уже есть. Не, я говорю, а мы на расстоянии не можем колдануть? Колдануть, нет. Да. Там же, нам же есть куча сил противостоит. Вы же сами понимаете, это прекрасно. Колданули. Так давайте смс-ку им пошлем, там они где находятся, чтобы им как бы помогли. Ну, я уже выслал наблюдателя. На этом. Денис, у тебя волшебный бубенчик летает. Поймай его. Он разворачивается и уходит. А, и он уходит. Я такой стою и говорю, ребята, что-то не то. Я, конечно, понимаю, что мы ставки сделали на ту группу, ё-моё, которая сейчас воюет и никак не может отвоевать ничего, ё-моё. Там они воюют то с летающими мышами, то с великанами. Великан просто умер от того, что споткнулся, смотрите. Говорю. Ну, переместились и давайте в деревню. Ага, вот в деревню. Вы закончили обедать и ушли спать. Ну все, вот. Спим. С оружием уже, да? Да, с оружием. Денис, ты ночью просыпаешься в поляне. В поляне? А ну ты перенеси меня в поляну. Где, какую поляну? А просто... А, сон идет, да? Что ты делаешь? Да. А, мне в поляне, я такой... О, мороженчик, да? Жень, помнишь опять? Да. Не, ну я просыпаюсь, я осматриваюсь. Угу. Ведет дорога к лесу, и там что-то горит лес какой-то. Ой-ой-ой, я говорю, МЧС! И пытаюсь найти у себя. Знаете, там же мобилы не было в то время. Я пытаюсь найти камень для разговора какой-нибудь, там, бубенчик, там, типа там сферу, ауру, там, в ладошки что-то сказать. Там, ну. Женя, кидай на стойкость. D20. Да, это у тебя горит, но. Это, говорит, пацаны подшутили над вами. Ребята, а во сколько мы начали-то? В пол-11. 44 минуты прошло. Короче, а, хорошо. Жень, ты если что, следи, хорошо? Женя, тебе 2 урона. 2 урона. Думаю. Это я лежу в кровати, мне 2 урона. Бах! Ой-ой-ой-ой, вон оно чё. Я теперь понял, чё у нас как. А что, а за что? У нас... Если сейчас всех убьёшь.
Не-не-не, горит, горит. У нас горит, получается, да. Этот, как его, деревня. Вот. А я просыпаюсь, нет? Правильно, говорю, Денис? Нет. Я лежу такой, горю, о, классно. Пипец, ну. Давай, чё? Денис, что ты делаешь? Я со своей стороны пытаюсь проснуться. Не можешь. Не можешь проснуться. Так, ищу водоем. Ага. Ну, в общем, ты подходишь к вот этим горящим. Там тебе кричат эльфы. Что-то говорят, рот открывают, но ничего не происходит. А с той стороны ты видишь клетку такую большую. И там подвешенные люди висят, и ты их знаешь. И там немножко вот эта вот решетка опускается, и они задыхаются потихоньку. Ты хотел сказать, что если что-то сейчас неправильно сделаю, все сдохнут, что ли? Возможно. А почему я? Кубик кинулся. Потому что великий воевода. Да, потому что ты великий воевода, ты сам себе так зарекомендовал. Я бегу к клетке. Угу. Да, ты подходишь, хватаешь ее, да? Да пофигу, ему. Я смотрю, есть коряга какая-нибудь рядом? Угу, есть. Есть, я хватаю корягу в руки, этот, именно, знаешь, рычаг как использовать, знаешь, такую тему, угу. Чтобы не руками поднимать, а рычагом вверх вот так вот. Да, она очень тяжелая, тебе силы чуть-чуть не хватает. Но они теперь перестали задыхаться. Ну, и я стою. И, короче, в лесу... Шмяк, ты слышишь, падает кто-то из детей вот этих эльфов. А он продолжает и горит. Ребенок эльфов. Ага. А я держу корягу. Да, держишь корягу. А, я кричу, ребенок, сюда иди ко мне, поможешь мне корягу подержать. Тяжело, пипец. Он не понимает тебя. Он не понимает меня. Вот почему Женя не выпал? Он бы понимал бы их, е-мое, пипец. Так, подождите, что, ребята, советуйте, что делать? Можно махнуть ему рукой, я не знаю. Но он не понимает. Ну да, действительно, вон эти как его. Знаешь, жест вот такой, типа, беги сюда. Так вот. Тут как бы это жест общепринятый, я так понимаю. Ну, он поднимает тебя, бежит туда, к тебе. Ко мне. Угу. Горящий. Да. Ну там катится, чтобы затушить пламя. Не получается или получается? Получается. Ну, у него урон, он бладит, подбегает к тебе. Ага, что-то подбегает. Пытается сказать, но ты не понимаешь. Я ему говорю: «Ебекаванакавая!» Вот так вот. А он чё, понял что-нибудь, нет? Ты показываешь, да? Ну как показываешь? Я палку себе на спину, то есть как бы она нормальная, и руками ему показываю, типа... Ну палку, типа, помоги поддержать. Он пытается помочь, и ты слышишь опять шлеп. Там еще один упал ребенок. И тоже катится. Да, тоже катится. Я этому типу, который эльфу со мной стоит, я так говорю... Тот ребенок, Денис, умирает. Умрет. Умрет. Ага. Подожди. А у нас двое, мы же сейчас можем поднять эту решетку? Еще надо человека. Еще человека надо. Ага. Ну ждем, пока еще раз слепнется кто-нибудь. Он может удержать. Кто удержать может? Решетку, возможно. Ребенок. Где я второго человека-то найду? Там никто ничего нет, меня никто не понимает. Там умирает в огне ребенок. А, он умирает? Да. Ну я говорю ему, этому... Там ручками там держит, чтобы не упало. Я вот так вот я делаю так, к этому ребенку подбегаю, короче. Лечишь? На него так... Пытаюсь сдуть огонь. Ага. Кш, вот так вот. Не лечишь. Кого? Лечу, не конечно, лечишь. Я. У меня хилки тут работают? Да. Я вот так вот. Я все работаю здесь. Все хорошо, но я ему. Да, ты его полечил. Так, Я все, восстановил ему. Да. А теперь Артур. Беру ему на руки, и так хоть Чубака сейчас будет, но. Короче, Артур, да. Ты просыпаешься, перед тобой стоит в темном доспехе с топором, похожим на броню, которая вот этот, которая белая броня, которую вы, тот умер, ваш провожатый. Ага. И он тебя спрашивает, смотря на тебя, какое вам задание дали? Я ему ничего, я молчу. Он тебя еще раз спрашивает. Дипломатия пока качественно видно, но... Мне нужно только информацию о вашем задании. Бомбил, помучи что-нибудь. Он берет яблоко. Ест такой, дальше молчит.
Ты знаешь что? Подойди, понюхай ему задницу. Они вы же так обычно с собаки общаетесь между собой так. Я это. Мне ведь я говорю на драконьем языке, я что-то мычу. Так. Ну что непонятно. Он подходит к тебе. Бьет по башке. Замахивается топором. Ну так ты будешь говорить или нет? Я атакую. Короче, ты падаешь, тебе 1d20 дамага. Это его отвил. Так. Вот Артур у нас великий воин просто, я серьезно говорю. Он, тебе 13 он... дамага, потом этот... Кидать только... инициативу, у него 22 плюс 2 инициатива. Да подожди, там 20 дамага уже прошло, да, в него? Да. Потом он стоп, тратит дамага. Делик. Стоп. Подожди, оказывается, мне 20 дамага прилетело. Да. Да, он тратит делик, опускает твои хиты ниже нуля. Опускает тебя, становится, в общем. Да. И тратит свой эту способность, action point первый, и бьет тебя d20. Ну, все. У меня что уже, минус 1? Плюс 20. Только давай. Ага, затем 9d12. Не могу. Я его бью. Мне больно на это смотреть. А, сколько кубиков. Я! В общем, тебе 120 урона, ты умер. Уничтожен. Я, говорит, стою, молчу. Его хлопаю. Багбир. Он такой... Из багбира вылазит дух вот этот вот. И ты становишься вот этим. Своим ругой. Это такой опа. Жабой. Он тратит action point и забирает тебя с собой. Женя, Марат и лучник, слышите, такие, ну, в общем, скрик, железо о железо, и это где-то в комнате Багбира. Я просыпаюсь, да, ты видишь? Угу. Ну, я выбегаю, бегу туда. Ага. Да, та же фигня. Просто мне так нравится, Багбир, да выпендривался просто, я серьезно говорю, его бью. Просто. Короче, теперь, Денис, ты просыпаешься. Ты связанный лежишь, перед тобой стоит вот эта эльфийка. Ага. И два охранника. Ага. Короче, она извиняется перед... Извините меня, мы думали, вы темная партия, но мы произвели заклинание, которое показало, что вы все-таки являетесь добрым. Нифига себе, извините. Делайте со мной, что хотите. Эльфийка сказала? Такая... Да. Потом такая покраснела и говорит, ну, в смысле... Ну, мы поняли. В общем, прокраснела. Ну, покраснела, я говорю, ты главное не волнуйся, я говорю. Мы ты сейчас... Связанный, сейчас... Денис. А, вот я эти связан? Охранники, короче, уходят. Погоди, стой, стоять. А она остается. Она остается. Говорит, ну, делайте и... со мной, что хотите. Я говорю, слушай, ты давай меня сперва развяжи. Она тебя развяжет. Да, мы тебя свяжем, ну. Да, мы тебя свяжем. Ну, говорю, постой пока здесь, я сейчас выбегу до пацанов, ё-моё. Один я стесняюсь, как бы, только никуда не уходи, договорились? Я бегу до пацанов. Так, Марат, Ками и... Женя, ты куда идешь? А я слушал тут у воеводы, что происходит там. Он дверь открывает. В общем, вот этот лучник, который глава этого, подходит сюда. Угу. И вы все видите, Марат и лучник, труп Багбира. Багбира? Ага. Я еще а куда он подошел? Что-то я не это... Ну вот он стоит уже у кровати. Там сюда, в комнату. А, да, а. В комнату. Понял. Подожди, мы видели, как он заходил? Ага. Он такой, ё-моё, что-то там читает какое-то заклинание, отрывает какую-то бумажку. Ёперный ты чатр, ёлки-палки, что вы тут наделали-то? Ё-моё, куда-то побежал вниз. И, ну, скоро вернется. Что вы делаете там? Мы что делаем? Я говорю, ребята, я, конечно, все прекрасно понимаю, но Багбир всегда, все время, вот сколько он с нами был, он какой-то неадекватный, какой-то дурной. Но я не знаю, почему он типа кони двинул, но я предлагаю его побрить, пока он в таком состоянии.
Чтобы он не был волосатым. Как вы на это смотрите? Там видно, что произошло. Ну да, там труп вампира лежит. Нет, там разорванный. В смысле, труп у него есть сердце. Да, да, там следы боя. Можете там пробить. А, то есть смотрим, да? То есть заходим. Угу. Ну давай осматриваемся. Я хочу осмотреть. Кидаем на криминологию. Я не знаю, как это. Ну тут на инсайт. Ну? Скорее всего. На понимание вообще ситуации. А, D20 кидаем, ребят, один. Ой, я ничего не понял. Ай-яй-яй-яй-яй. О. Чуть-чуть не за этого. А, Марат, ты даже без броска кубика понимаешь, что тут что-то произошло такое, что столько урона нанесло. Я вообще ничего не понял. Женя понял, что здесь, понял. Короче, были, ничего не произошло. Были инопланетяне. О, Женя понял, что здесь есть комната. Да, в общем, да. Понимает Денис и Марат, что что-то очень мощное такое. Какая-то магия высокоуровневая вообще. Я могу бубенчиком оглядеть? А темное, светлое, вообще, возможно, нет. Не надо. Вы... Ну да, кинь на, там, на аркану. 20-й же. Да. Я могу остаточную ауру бубенчиком оглядеть, ну, чтобы, как бы, посмотреть, да, какого уровня? А? Угу. Попробуй. Это ну, какой кубик кидать? Угу. А, не надо. Ты понимаешь, что здесь 33-й уровень, скорее всего, был. Подожди, аркана у меня сколько идет плюсом? Аркана 1. А, у меня 1 аркана. Ну, 15. Египетская сила. Ну хорошо, я говорю, ребята, так, смотрите, тут высокоуровневый бой какой-то был. Высокоуровневый боец, который навтыкал нашему бомбиру, конечно. Я не знаю, что, как, что, как, куда и что, зачем, но я что-то бздю. Ага. Короче, Артур. Если я что-то не понял, так я что-то узнал, нет? Да, это какая-то темное что-то такое заклинание мощного уровня. Да, я умер, у меня гейм-овер. Да, короче, твой вот этот вот, ну, твой руга твой лежит на темном пьедестале, и этот там тебе начинает резать, какие-то заклинания читает. Где? Я посмотреть хочу. Ну, это просто отыгрыш идет. Да, устный. А. Короче, шинкует тебя. Да. Он тебе говорит, плохо. Так ты скажешь мне или нет? Да мне уже терять нечего. Ну, упертый у вас, Багбир. Я умею. Денис бы... Тут либо ситуация, либо Денис, либо Артур. Но кубик решил вот так вот. На Артура... Почему не Денис, я не пойму. Нормально, нормально. Еще когда поговорить с кем-то, то Денис же решил ситуацию свою. Ой. Короче, ночь подбегает... Египетская сила. Чё вы наделали? Какими силами вы... Не знает он уже, что говорит. Короче, он какое-то заклинание читает. Ё-моё, да ёлки-пак. Чё вы наделали? И он оборачивается к Денису и говорит, блин, я могу Багбира воскресить, но это будет стоить вам 10 тысяч золота. Я как понимаю, у вас их нету, да? Нету. Продадим лучника. Ладно, давайте тогда за выполнение задания. Я говорю, так давай. Я говорю, я поворачиваюсь к мужикам, говорю, вы понимаете, что мы сейчас нас толкает, что вот эту чубаку, ё-моё, которая сама же и виновата в том, что вообще, сдохла. Мы должны ее вручать. Что вы хотите, что вы будете делать, как игроки, как персонажи? Можете обсудить. Ставите его здесь, он меня предложил тут продать, я не хочу. Так, хорошо, минус, дальше поехали. Говорю, великий жрец, ты что по этому поводу скажешь? Жрец, Женя, ты жрец. А я жрец? Ну да, клерк, жрец, да-да-да. Клерк? А я думал, ты думаешь так вот. Нет, а я думал, клерк меня зовут. Ну, клерк и жрец, ну ю-ю-ю. Говорю, ю, что скажешь, братюнь? Ну, мне, как, грубо говоря, меня наняли помогать вам. А понял, раз хорошо. Одного нету, то вы-то все равно есть, поэтому я вам как бы буду помогать, а не конкретно. Хорошо, второй минус. Говорю, я тоже минусую, потому что он в свое время на меня, подверг. Две секунды. Как это правильно сказать? Опасности? Нет, не опасности, а подверг. Мое командование подверг не огласке, сомнению, говорю, мы это тоже третий минус. Говорю, ну паладин, а ты то что скажешь по этому поводу? Я воздержусь. Я говорю, это четвертый минус. Я поворачиваюсь на него, говорю,
Ну, как бы я даже и не знаю, что сказать по этому поводу, ё-моё. Ну, не знаю, а можно с ним поговорить? Как бы он по-любому, где даже душа его летает. Господи. Короче, он убегает опять. Вниз и... Что-то там делает. У вас тут что, целое полчища некромантов, что ли? Да-да. Бегает там. Ну, короче, проверяет. Минут опять 10, 20, 30 проходит. Но... Я не знаю, что делать. Я его могу только воскресить. Я говорю, а поговорить с ним как-то можно? То есть астрально как-то, там вызвать его дух, там, я не знаю. Мы просто перемолвимся с ним пару словечками и все. Сейчас, Денис, может боги что-то... Нифига себе боги. Что они? Они пожалели меня. Они сказали, что я молодец. Какой ты молодец, ты Чубака. Отправили в ад. Вот. Да-да-да, спасли его, ну. Жень, что там по времени? Час. Час, да. Ну что, ребята, наверное, будем заканчивать и посмотрим, что нам боги скажут в следующей серии. Итак, много, уважаемые зрители, спасибо, что были с нами. Нам было очень приятно. До свидания, ребята. Да, всем ничего спасибо. Говори, потом... Всем пока. Марат. Всем удачи. Всем удачи. Денис, пока. Я молчу. Да-да-да. А чё ты хотел, ё-моё? Ты со своей стороны предыдущие партии вел себя как животное. Вот никто тебя спасать и не хочет, ё-моё. Всё? Как командира оспариваешь все время, ё-моё. За меня гнобил, ё-моё, все я партии. Я тебя не гнобил, я наоборот. Конечно. Говорил. Чубака, ё-моё, помогай нам. Ладно, все, заканчиваем. То, так. Что мне кубики не везет, это ничего не означает. Тихо, подожди. Ты как-то...